Приветствую всех. Сегодня хочу такое видео снять, которое плавно будет перетекать в антипсихоз. Про волосы будет еще одна часть. Как я вам сказала, важно еще и питание, да, отношение к жизни. Важно ложиться вовремя, чтобы высыпаться. В питании тоже должны быть белки обязательно, какие-то витамины, много овощей, зелени. Еще вы должны быть здоровы по-женски, то есть от состояния волос зависит от того, насколько вы по-женски здоровы. Это все взаимосвязано. Ну и вообще, насколько вы здоровы, как вы все знаете, после коронавируса у многих, да, волосы выпадали, у меня тоже, и после блонда в том числе. Блонда, еще коронавирус, все это вместе дало вот такое вот чудо-юдо. И режим, образ жизни, вообще круг общения, ваши хобби, ваша работа, вообще просто даже, я, наверное, там видео не указала о рекламе, вообще даже где вы живете, очень будет отражаться на том, будет ли у вас психоз или вы сможете жить без психоза. Жить без психоза – это значит быть здоровым, жить здоровым, счастливым, красивым, любимым и любящим. Вот так вот, то есть состояние наших волос зависит от нашего здоровья, от нашего образа жизни. Попробуйте ложиться. Как говорится, ложиться нужно не на следующий день, а в этот же, да? Хотя бы так попробуйте. И нужно наладить питание. Если вы кушаете белок, молочку, это мясо, яйца обязательно, творог, сыр. Если нет, то добивайте какими-то витаминами, какими-то добавками, каким-то коллагеном. Я тоже хочу попробовать. Если мне попадется какой-то действительно стоящий, я вам об этом расскажу все. Следующие мои видео будут уже маска сегодня вечером и уже антипсихоз конкретно. Все. Всем любви, удачи, терпения.